на белорусскую землю! Мы достойно воевали! Вы сделали для России очень много! Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. За это время мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире. А если нужно, то вступимся за них, в случае, если это потребуется. Я всех хочу попросить максимально обратить внимание на то, что белорусы встретили нас не только как героев, но как братьев. Говорят местные девушки в магазинах, шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски.